Это канал Таллинга. Приветствую вас! Дорогие друзья, я рада пригласить вас на праздник в одну маленькую критскую деревеньку. Там не будет практически ни одного туриста, все только местные. И вы увидите, как греки, критяне умеют праздновать. Что такое для них танец и музыка? Это, по сути, их душа. Праздник на острове не обходится без живой музыки. Бывают, меня спрашивают, а какие танцы танцуют критяне, местные жители? И когда я говорю, что такие же, как на критском вечере, мне не верят. Но сегодня вы еще раз убедитесь, что традиционно критские танцы знакомы и любимы любому возрасту, и молодым, и людям постарше. На таких праздниках всегда вся деревня пропитывается ароматом жареного мяса. На столах еда простая, но традиционно критская. Долмадаки, сувлаки, рис, дакос, греческий салат и, конечно, местные вина и раки. А вот уже и начались первые танцы, и первые смельчаки выходят в круг. Нетрудно догадаться, кто в этом хороводе не то чтобы лишний, но не местный. На празднике в этой деревне участвовали две семьи, некогда купившие недвижимость в этой деревне и уже много лет там проживающие. И, конечно, они пытаются влиться в атмосферу праздника и считают критян своим домом. А местные жители с уважением относятся к любому, кто ценит их традиции и уважает их устои. Иногда сами жители деревни могут исполнить какую-то песню, посвящая ее одному из родственников. Конечно, это очень волнительно и всеми приветствуется. Интересно, что в начале праздника в основном танцуют дети, люди пожилого возраста и женщины. И, казалось бы, мужчины только наблюдают. Однако через пару часов они встают со своих мест, и танец превращается как в бурную реку. Людей в хороводе становится все больше, а сами движения все энергичнее.
Усидеть на месте невозможно, и если шаги вам кажутся простыми, то лично я повторить их не могу. И вот уже 3 часа ночи, но праздник в самом разгаре. Я уехала около 5 часов утра. Праздник еще не закончился. Вот такие они, критяне. И если вам понравилось это видео, ставьте лайки, друзья, и подписывайтесь.